моя машина. Иди сюда, садись, я тебя прокачу. Ой, нет, мне некогда. Я уже собрался книжки подклеивать. Тоже нашел занятие. Брось ты эти книжки. Не брошу. Ну, Степашка, ну все-таки. Ну, все-таки кататься на машине интересней. Так, по-моему, книжки лечить интереснее. Нет. Вот об этом даже вон в той книжке написано. Заболела эта книжка и взорвал ее братишка. Этот район подвергся атаке с воздуха. Чтобы обеспечить безопасность населения, особенно детей, все должны спокойно и организованно пройти к ближайшему противорадиационному убежищу. Закройте окна, отключите электрические и газовые приборы, перекройте краны. Возьмите с собой важные документы и противогаз, а также столько еды и воды, сколько сможете. Предприятия и учреждения осуществляют деятельность, предусмотренную специальными инструкциями. Товарищи, помните, нет необходимости в панике или тревоге. Партийное и военное руководство разработало...